Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, посмотрим на наше задание. Так, нанесите 20 единиц урона героям заморозгом и 20 единиц урона героям розой. Угу, значит, заморозг. Сложновато мне, конечно, за него играть. И вряд ли я смогу победить, но 20 единиц урона я нанести попробую. Но не ореху в доспехах. Это бесполезно, по-моему. По-моему, это будет бесполезно. Что это у меня тут вообще тут такое? Подожди, у меня заморозг на гаргантюахах? Что-то новенькое. С какого перепуга заморозг у меня на гаргантюа выходит? Я не знаю, ребят. Что это будет тут происходить такое, а? Очень интересно. Может, нам кого-то сдуть? Давай сдуем кого-нибудь. Слушай, по-моему, я здесь сфейлюсь. Как он заколебал, а? Как он заколебал? Получает 2 и 2, да? Минус 2, 2. Давай. Ага. Ну, так-то оно, наверное, будет поинтереснее. Так, правильно, пошел отсюда. Ну давай сделаем вот так. Ага. Вот так он, да, делает? Хм. Ну давай я сделаю вот так. Опа, опа, опа. Так, ну что же, я понял, кто у него там находится. Будто он восстанавливает ХП ему, я не знаю. Слушай-ка, даже пока не знаю, что тут и сделать лучше. Давай вот так вот. Опа-на. Нежданчик, если честно. Ха. Ага. Ну, давай попробуем. Вот так вот. Опа-на. Тун-тун-тун-тун-тун. Давай сюда. Поехали. Такс, что же мне сделать-то теперь? М? Давай-ка сделаем так и вот так.
Ага, берет неуязвимость. Допустим. Ага. Поехали. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тынс. Но он погибнет в любом случае у нас получается, да? Он погибнет в любом случае. Так, уничтожает. Ну, это ерунда. Такс. Ну, что мы сделать можем? Мы можем сделать... Наверное... А, тут у меня все, я понял. Погнали. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Ага. Это ерунда, ребят. Это ерунда, то, что он там пыхтит. И это тоже ерунда. Поехали. Замечательно это просто. Эх, крокодил, тебе этот не поможет, парень. Эх, крокодил, тебе этот не поможет. Почему? Да вот потому. Вот и все, друзья. Чё-то я давно не играл за Заморозга. Я удивлен, что на Гаргантюахах он вырулил. Ну это прям, прям респект, уважуха, тут по-другому не скажешь. Ага, смотри. Получаем 110. 110 самоцветов. И нам нужно еще нанести 20 единиц урона. Это розой. Выбираем розу. Вот за розу сейчас, конечно, будет прикольно играть. Если не ошибаюсь, последняя колода, которую мы с тобой юзали, это, по-моему, на заморозках, да? То есть будем замораживать. Ну, как по мне, лучше, конечно, на хилах. Да, на заморозках. Твою-то дивизию. Ну ладно, попробуем. Заодно проверим, есть ли у него валуны. Или нету. Есть. Допустим. Угу. Так, давай сюда поставим. Еще посмотрим, есть ли валун или нету. Нету. И прекрасно. Найс. Он ничего не стал ставить. Что-то выжидает. Хотелось бы узнать, что.
Шаманство? Ну, сейчас в табло-то получишь. Давай, что, не стал применять? Ну и прекрасно. Ага. Ботаник кислых щей у него. Так, ребят, в табло обязательно надо врезать. Он что, будет применять? Нет? Ничего он не делает. Так, давай здесь заморозочку сделаем. И сделаем вот так. Угу. Уничтожает. Так, ну что, в табло обязательно, ребят, в табло. Ну и что ты встрял? Размещаешь зомби? Давай еще в лицо, ребята. Так, еще в лицо. Так, что мне тут лучше сделать? Кто бы мне сказал, что лучше сделать, а? Давай, наверное, сделаем так и вот так. Хорошо. Так, в лицо получше, но сработает защита. Угу. Так, еще в лицо. Ну, ему крышка, ребят. 3, 4, 7. Да, все, ему хана. Вот утырок сдался. Блин, 4 единицы не добили мы ему, а? Прикинь. Просто 4... А, хватило нам. А, ну он же еще... Он же лечился на 6 единиц. Точно, ребята, все нормально, все у нас хватило. Все шика-дрыка. Ну что, давай тогда сделаем с тобой взгляд в будущее еще, посмотрим, что у нас тут. Травяной кулак начинает игру с орехом-здоровяком. Удастся ли вам обучить его тонкостям ремесла с этой колодой телепортистом и зомби-джентльменом? То есть я буду играть за травяной кулак, получается? Нет, это он будет за травяной кулак. Фак, ну давай так попробуем, что нам тут... Слушай, вот это вот хорошо. Давай-ка я так, наверное, сделаю. Поехали. Но вот это вот вообще не в тему, если честно. Еще вытворяет. Ну что я могу здесь... Блин. Что я тут могу сделать? Ну, давай вот так используем. И вот так. О, ботаник выпал. Ну конечно, ну сейчас еще. А нет, смотри-ка, у него не было два удара по земле. Слушай, ну. Да я даже не знаю. Пока.
Пока ничего не буду делать. Хочу просто глянуть, что у него. Ага. Уху-ху-ху-ху. Ну, мы можем этого раздавить. А здесь... здесь прикрыться. Поехали. Плохо, груша, 5-4, блин. Ну что, ниндзю ставить или что? Давай ниндзю поставим. Слушай, он достал своими грушами здесь, а? Мозги. Давай сделаю так. Опа. Так, это я не могу сделать. Блин, 6 в лицо. Так не хотелось бы получать. А что сделаешь? Давай так. Ты смотри, а? Ты не офигел ли, чепушила ты несчастная? Блин, 5 и тут 5. А фиг ли мне эта бочка-то? Две единицы урона наносит всем. Ну давай посмотрим, что он там сделает. Опять увеличивает. Ты посмотри, что творит, блин, а? Да, друзья. Сейчас пробьет, по-моему, мне. Ракета. Все, ракета есть, значит, хорошо. Значит, хорошо, блин. Чего ж хорошего-то здесь? Сейчас бонусную атаку сделает, да? Понятное дело, что вот этого сразу бомбим. Угу. А если я так сделаю, то все равно разнесет же меня в пух и прах, да, ведь получается? Все, ребята, сфейлились. Да, блин, нету, нечего мне поставить, понимаешь? Нечего, блин. Да. Проиграл. Ты профессор тот, идиот просто. Просто идиот. Никогда за него не получалось играть. Ладно, давай. Одну, как говорится, партийку еще сделаем на дорожку. И на сегодня хорошее. Просто выставил два каких-то комка замуж. Да нету, у этого
профессора, у него нет нормальных карт. Вот, он только может, блин, заклинания себе применять. Дебильные, которые фиг куда ты еще применишь. Добор, нахрен мне этот добор всрался? Нет, вот на тебе карту добора. На тебе карту телепорта. Толку мне от этого всего. Ясен перец, мне-то нафиг не нужно было. Ты дураку было, понятно. Ну вот, опять начинается, ладно. Да с этим разберусь я, тут ничего страшного нету. Нанесет урон. Мы можем поставить этот. Стоит ли просто на него тратиться, вот в чем проблема-то. Ну, вон кактус есть хотя бы. Как варик. Смотри, что мы сделаем. Так. И вот так. Если он там своими перемещениями хотел что-то сделать, у него уже не получится это. А он наверняка его хотел убрать, да? Ага, ландшафтик ставит. Он поставил здесь ландшафт. Смотрим дальше, кто у него там появится. Курица, да, значит? Ну ладно. Пускай будет курица. Бонусную атаку решил. Ну хорошо, давай бонусную атаку делай. Причем потратил просто тупо в никуда вот это вот все, что он сейчас делает. Просто в никуда, ребят. Ладно, это его проблемы. Капитан Брейнс. По-моему, мы уже дрались с Капитаном Брейнсом буквально недавно, вот, в прошлой серии. Могу, конечно, ошибиться. Ага. Мистер Вкусняшка появился, да, у нас тут? Мистер Вкусняшка. Давай я так поставлю. Да-да-да, кровожадность и все тому подобное. Может быть, конечно, но делай заморозку. Ну, ему крышка, понятное дело. Так, у меня есть томаты. Рикошет. Рикошет так рикошет. Рикошет так рикошет. Что я могу сделать? Не-не-не-не, даже не думай об этом, парень. Об этом ты даже и не думай. Об этом ты даже и не думай. Вот так вот ты, значит, да, делаешь? Смотри, 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 что делает. Ты-ка смотри, что вытворяет-то здесь, а, друзья мои.
Ты смотри, что выплясывает. Ну давай, поехали. Так, смотрим, что дальше. Ну, с этим разбираемся, получается, да? Ну, еще что-нибудь будет? Так, поехали. Да и вот так вот сделаем, наверное. Ага. Хорошо. Тягиваю две карты, ладно. Какая красота, ты посмотри. Понятное дело, что ему тут ничего не светит, ребят. Понятное дело. В орех попадет одно касание, все ему кирдык. Поэтому я даже, как говорится, не сомневался, что здесь будет победа за нами. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.